Доброе утречко. Ну, доброе утречко. А кто такой валякается? Кто вставать не хочет? Из кроватки переползла на диван и валякается. Даже нос спрятала, хотя у нас дома тепло, тепло, тепло. Вот он, ребенок такой. Ты точно лялька, маленькая лялька сонная. Да. А где у нас еще тут одна сонная мордашка? Вообще, где все? Фионок, ты же всегда про всех все знаешь. Где все остальные у нас тусовщики маленькие? Чего это они все спят? Уже утро. Они, главное, с кровати слезли. Лючишки. Шпицульки на кроватке не спят, потому что им и так тепло. А эти-то мерзляки на кроватке спят. И все разбрелись дальше спать. Говорят, мать, ты вставай, готовь завтрак, выполняй свои обязанности по должностной инструкции, делай нам вкусняшку, а мы потихоньку будем пробуждаться, да? Вот такие маленькие нахалята. Маленькие нахалята. А? Ты тоже маленький нахаленок? Ты ждешь завтрак? Ой, дядя, кто хотел зарычать, но потом лень стала, да? Тебе лень стала рычать даже? Скажи, конечно, я еще не проснулась до конца. Гладьте меня, лелейте меня, хольте и обнимайте. Ой, лежит на игрушке, даже не замечает. Игрушка-то с пол тебя, миленькая. С половинку тебя. Да, говорит, гладить меня можно. Это я позволяю с утра пораньше, да? Ой, а лялька всегда позволяет. Мы всем желаем доброго-доброго утречка, хорошего настроения. Сегодня вам желают доброе утречко только двое. Остальные все расползлись по дому и тусуются везде, да? Тусованием занимаются. Такие вот они. Хитренькие-хитренькие. На нас уже солнышко светит. А мы всем желаем хорошего дня и прекрасного-прекрасного настроения. Да? И Фионок вам тоже желает. Говорит, всем хорошего дня. Всем до встречи и пока-пока, наши золотые.